Муниципальная круглогодичная ярмарка на проспекте Карла Маркса 179Б работает с апреля. Сейчас здесь 50 торговых мест. Производители предлагают самарцам все, от овощей до мясных продуктов. Планируют организовать продажу товаров повседневного спроса. Приоритет отдают продукции местных производителей. На каждом входе существует информационный стенд. Мы позиционируем эту ярмарку как социальную. И еженедельно ведется мониторинг цен на сезонные товары, на круглогодичные товары. И мы стараемся сделать так, чтобы у определенного арендатора на определенную группу товаров были социальные цены. В ближайшее время планируют открыть еще один торговый ряд, где предоставят места арендаторам, которые занимаются общественным питанием. Здесь появятся закусочные и кофейни. Много у нас обращений, то, что с детьми ходят, негде здесь посидеть, достаточно оживленный такой район, где не будет лишним в данный момент. Поэтому планируем развивать дальнейшее. И любые предложения со стороны арендаторов, так и посетители всегда готовы выслушать и при этом все это осуществить на этой ярмарке. Ярмарка оборудована для удобства и комфорта посетителей и продавцов. На муниципальных ярмарках цена за место складывается из расходов, понесенных оператором на ее проведение, такие как уборка, вывоз мусора, электричество, различные расходы на содержание. Вот. Соответственно, излишние наценки здесь она отсутствует, поэтому предприниматели получают места по хорошей конкурентной цене, что позволяет, в свою очередь, им снижать цены на свои продукты. Покупатели работы ярмарки довольны. Раз в неделю точно хожу на рынок, выбираю из-за цен. Вот, например, селедка здесь стоит 249 рублей, таких цен вы не найдете на свежую селедку. Масло от одного из самых крупнейших производителей везде стоит 220 рублей, здесь 140. Представляете, экономию тут до 40%. То есть, если у меня недельный набор продуктов там на 7 тысяч вставляет, когда я раньше покупал, сейчас я тут отдаю 3-500-4. То есть, почти в два раза экономлю. Самые свежайшие овощи, фрукты, черешня, вот 350 рублей я покупаю. Когда в городе 590, не пойми, что вдоль дороги продают. На территории ярмарки безвозмездно выделяют места для торговли пенсионерам. Павильоны работают круглый год и каждый день с 9 до 7 часов вечера. Также жители Самары смогут посетить и другие муниципальные ярмарки. Например, торговые ряды на пересечении Киевска и Тухачевского. Там ярмарка работает с четверга по воскресенье. Августина Охременко, Константин Головин, События.